Леонид Аркадьевич, мы просто изложили вам факты, чтобы не навязывать выводы. Но если вы сопоставите да все... Да пока мы тут с тобой, с вами сюсюкаем... Но зачем? Объясните мне, зачем? Ну, бред же, идиотизм! Ой, Ленечка... Ладницкий мой друг, мы с ним тысячи лет вместе! Ну, сколько? Я-то еще никем не был! Ни денег, ни хрена не было! А вы знаете, кем он раньше был? Знаете? Биографию вы изучали? А то 1000 лет вместе, 20 лет в строю. Лирика все это. Какая к черту лирика? Это не лирика, это дружба. Ты, капитан, вообще соображаешь, что такое дружба? Настоящая дружба, понимаешь, нет? А то. Обычно начинается совместного распития спиртных напитков. Потом то сё, трали-вали. Слово за слово. Потом в качестве аргумента ножичек. Потом в СИЗО проснулся, утром на допросе плакать начинает. Ой, лучшего друга порешил, как я теперь жить буду? И это простые работяги, у которых полпортянки на двоих. А тут деньги немеренные. Капитан, я прошу тебя, Леонид Аркадьевич, у нас еще будет время поговорить о дружбе. А сейчас самое главное – это безопасность вашей и ваших близких. Да, интересный ты. Никогда не думала, что в вытрезвителе буду ночевать. Слушай, у тебя так бывало, что все как будто не на самом деле. Сон, не сон, не пойми чего. Галлюцинация какая-то. Вчера вроде еще было все как обычно, ну, скучно. А потом вдруг все так меняется, и ты не понимаешь, сон это или явь. Да, со мной последние 2 дня как раз вот так и происходит. Правда? Да. А я думала, я одна такая. Слушай, ты есть хочешь? Хочу. Пойду я что-нибудь поесть найду. Тебе помочь? Ну, вот еще. Ложечку. Молодец. Если так пойдет, скоро на поправку. Молодец. Нельзя мне тут долго. А что такое? Дела? Дела. Брат у меня младшенький, за него заступиться некому. Пропадет без меня. А ты скажи, где он, что он, мы поможем. А-а-а. Вот зачем я вам понадобилась. Убирай от меня свою отраву! Что случилось? Ничего не скажу! Сама помру! Вас всех до смерти замучу! Не предам родного брата! Хоть режьте на куски! Беда. Чего интересно, я должен вам верить. Вы что, из другой конторы? Я вас вообще первый раз вижу. Ну, хотя бы потому, что я вас до сих пор не застрелил. Хотя сделать это было очень легко. Вась, там какая-то возня. Не твои ли друзья пожаловали? Вполне может быть. Уходить надо. Сидеть тут вас никто не тронет. А знаешь, сынок, почему меня до сих пор никто не тронул? Потому что бегаю быстро. И еще с нами женщины. А знаешь, капитан, в чем-то он прав. Мальчики, а что с телефоном-то? Никто не баловался? А то я с невесткой разговариваю, а он замолчал. Черт, кто такой? Наташенька, быстро! Да. Алло, это я. Нет, просто хотел убедиться, что ты нормально долетела. Ну и как? Убедился? Да. Убедился. Ну, молодец. Подожди, подожди, я тебя прошу.
Боря, только давай не говори мне сейчас, что ты передумал и, наконец, собираешься на мне жениться. Передумал, не передумал. Опять какие-то глупые ультиматумы. Ну хорошо, не глупые. Мне просто очень плохо при одной мысли, что тебя у меня больше нет. Ну ты что, Борь, перестань. Ты же мне все прекрасно объяснил вчера. Ну, а ты думал? Конечно. Нет, почему? Я успокоилась. Вернее, я и была спокойна. Ты, кстати говоря, тоже. Так что давай, не теряй имиджа. А? Я? Пьяна. Чуть-чуть. Вот сейчас как раз собираюсь пойти в бар и напиться как следует. Ну, а потом пойти в номер с первым встречным, кто мне это предложит. Почему же это дико? Знаешь, что такое дико, Борь? Если бы ты сейчас постучал в мою дверь, я бы открыла. А ты стоишь там с букетом белых роз и говоришь мне: Верочка, любимая моя, выходи за меня замуж. Вот это дико! А то, что я делаю, это нормально. Это абсолютно нормально. Не надо, Борь, больше. Потому что поздно. Ты даже не представляешь, насколько поздно. Галина Васильевна, Якубович из второй палаты, готовьте к выписке. Да, сейчас. Что, под капельницей? Ну хорошо, тогда займитесь пока бумагами. Да, ее забирают. Так вот, возьмите, пожалуйста, я все подписал. Надеюсь, все в порядке? Конечно. Странно. Что именно странно? Странно, что люди из вашей конторы такими делами занимаются. Чем прикажут, тем и занимаемся. Приказано охранять эту, Якубович. Охраняем. Понятно. Вы кофе пейте, а то остынет. Ей только что капельницу поставили, так что все равно ждать придется. Ничего. Капитан, слышь, Борзов, давай поговорим, а? Что, Леонид Аркадьевич, не спится на новом месте? Мне, представьте, тоже. Ну, давайте покалякаем, пока этот Берия отдыхает. Курить будете? Да я вообще-то не курю. Ну, давай. Понимаешь, думаю все время, голова прям раскалывается. А вы не думайте. Завтра по-любому все прояснится. Завтра разберемся. Такое ощущение, что мне снится. Как будто ошибка. Ничего себе, ошибочка. Столько людей поубивали. Слушай, скажи мне, а что, Вероника тоже? Да, и Веронику тоже. Только ее перед этим сильно избили. Она могла что-нибудь знать? Что она могла знать? Я сам ни черта не знаю. Только, правда, номер моего второго мобильника. Они меня на этом чуть не поймали. Жалко девочку. Да всех жалко.
Ой, закройте вы рот наконец-то. Надоели. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Что ты сказал? Что ты сказал, бычок привокзальный? Тише, я тебе сейчас научу свободу родины любить. Тише, тише, капитан. Ну, что ты орешь-то? Они же у тебя в кабинете. Они нас вроде к себе пригласили по доброте душевной. Ну, что вот дожил деле? Борзов. Видел бы меня сейчас Игорек Тимошенко. До смерти всмеялся. Ё-моё. И вообще, думаю, тут зарыты большие деньги, вот и все. Да ладно, что вы, капитан, думаете, что это Борька Златинскую устроил? Нахрена это ему? У нее так все было. Значит, этого мало показалось. Ой, я в своей практике еще не такое встречал. А вы не можете вспомнить, что там между вами в последнее время было? Что было? Ничего-то не было. Работали, работали себе. Ну, конечно, цапались там по творчеству. Вот только сердце у него прихватило как-то странно. До этого ничего не было. А кто у вас на передаче главный? Кто главный? Какие главные? Купили лицензию. И гонит уже 15 лет. Если полстраны считает, если я ведущий, так я главный. О, вот где может быть собака зарыта. Логично, капитан. Очень логично. Не, ну ты глянь. И поспать по-человечески не может. Подслушивай. Я не подслушиваю. Я просто все слышу. Я не сплю. Я расслабляюсь. Спать будем потом. Ну, если уж ты не спишь, может, тогда расскажешь, что ты там себе удумал? Это пока только версия. Ничем не подтвержденная. Опять одни понты. Мужики, где у вас тут по этикету отливать положено? Не, погодите, вы оба. Соскори. Вы что думаете, что Борька Златинский из-за меня это, что ли, устроил? Да я в жизни не поверю. Нет, конечно, у него как у директора могло да там что-то. Но чтобы из-за меня, не поверю. Я ничего не думаю. Мне по службе не положено. Так что, дорогой маэстро, давайте-ка лучше отдыхать. Завтра на свежую голову во всем и разберемся. Сколько еще до этого моста? 5 км, не больше. Почти приехали. Тут еще. За километр остановимся, не ближе. А фонарики выключим прямо сейчас. Распорядись. Всем выключить огни. Повторяю, всем выключить огни. Красиво, правда? Красиво. Очень больно было. Да нет. А я здорово испугалась. Никогда я не думала, что кто-нибудь спасет мне жизнь. Слушай, я теперь, наверное, должна как-то особенно относиться к тебе. Я же мент. А что, мент не считается? Понятно. Привычное исполнение служебных обязанностей. Рутина. Это опять я. Не вешай трубку, подожди. Вера, Веруня, знаешь, чего я боюсь больше всего на свете? Тебя потерять. Поэтому прошу тебя стать моей женой. Завтра первым же рейсом я вылетаю к тебе и постучусь в дверь твоего номера с огромным букетом белых роз. Именно так, а не иначе.
Ну что ты все заладила? Поздно, поздно. Не поздно. Поверь мне, любимая. Я тебя целую. До завтра. То есть, если Ирка дозвонилась, значит, он уже никуда не приедет? Господи, что же я сделала? Какая я дрянь! А? Что? Ну, что тебе еще надо? Что тебе не спится? Тихо. Что такое? Слышите? Слышу, храпит кто-то. Маэстро, ой, срочно будите Любовь Георгиевну. Где ребята? Там на ступеньках вроде бы были. Уходим. Тихо и быстро. А что случилось? А то, что подъехало несколько машин, из них вышли люди. На воде звук хороший. Господи, боже мой. Люба! Люба! Да где ты, господи? Ты, иди за мной. Почему я? Давай иди. Начальник, а за что меня-то? Начальник, ты я? Иди, иди, я иди. Не то, что человек, а я муха никогда, я ни хрена не обижу. Начальник, да кого хочешь спроси. Ну, ребята, иди, братцы, сказал. Ну скажите вы им, я же Христом Богом, блин, клянусь, начальник. Да топай. Это мне неуютно как-то. Я вообще-то, конечно, человек не суеверный, но это уж больно символично. Ехать на катафалке, не знаю. Ну что это говорит? А что, мне лично нравится. Тепло, светло и мухи не кусают. Да вы не думайте, что я циник какой. Я к смерти уважение имею. Ну жить-то как-то надо. Вот и грачую по ночам, когда получается. С покойниками много не заработаешь. Они на чай не дают. А тут еще дочка замуж вышла. Да нет. Да нет, парень-то, он неплохой. На медицинском учится. На этого. Патологоанатома. Вот семейка, класс, да? Ты еще младшую за директора кладбища выдай и полный семейный подряд. Господи, как же мне всего этого не хватало, если бы знали. Вот этого не хватало? Нет, я не это имею в виду. А я понимаю, что ты имеешь в виду. Я совсем не это имею. А то и кататься на 9 дней, на 40 дней, чтобы я себя не лежал. Перестань, я даже сплю, что вы этого не было. Куда плевать, как люди. Я бы сплюнул. Ой, красота, потом. Знаешь его? Нет. Он был здесь? Был. Две бабы еще. И мужиков тоже двое. Где они? Я не знаю. Честное слово, я клянусь, не знаю, я спал. Но я их видал. Они укладывались. Ночевать собирались.
By security, we seem to have another Russian drunken woman in the foyer. Madam? Hi, madam. Nice day. You don't look very well. You don't look very well. Do you think I could help you come Leave back to your room? Leave me alone. I really think it's a very good idea for you to follow me, and I will take you back to your room, Mom. Ты что, не понял? I want to stay alone. I'm sure you do, but I don't think it's a very good idea. I think you should come with us and have a sit down. Ухуй, что ли? Я хочу остаться одна, понимаешь? Ты понял меня? Idea, да пошел ты отсюда! Security, there's a woman in red heading towards the door. Cut her off. Stop her. О, вы еще не ушли. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы еще здесь, боялся опоздать. Меня зовут Якубович. Я брат Валерии. На иглу хотели посадить, вот. Здравствуй. Брат, значит. А родимое пятно? Родимое пятно, да на есть, месте? Есть родимое пятно, на месте. На месте. А я тебя искал. Ну вот они и нашли друг друга. А я тебе что говорил? Здорово, Петрович. Здорово. А я уж думал, у меня предсмертный бред. Говорят, бывает такое. И как назло, полеты отменены, вокруг ни души. Хорошо выглядишь, кстати. Не как в прошлый раз. Да ладно тебе. Ты сам-то чего пропал? Ведь обещал заезжать. Дела, Петрович, сам знаешь. Да я знаю твои дела. Вся страна их знает. А ты скажи, ну, хоть все вранье или так, наполовину? Слышь, Петрович, я возьму Тэшку, а? Очень надо. Готово, нет? Обижаешь. У меня все подготовлено. Выбирай. Спасибо, Петрович. Выручил. Честное слово. Спасибо.
Ну, я пошел. Ряд тут сегодня, маршрута ни хрена нет. И никогда не поймешь, никогда улететь. Значит, не все врут. Мы делаем все возможное, но это ваше разгильдяйство. Так бы устроили не спеша автокатастрофу, и никто бы ничего не заподозрил. А в спешке ничего хорошего не сделаешь. Да уж, ваши добрые молодцы, наломали дров. Ну, оставим это. Я, собственно, по другому поводу приехал. Выпьете что-нибудь? Нет. У вас французское. Я не люблю. Ах, да-да. Я совсем забыл. Итак, друг мой, наши общие знакомые очень озабочены происходящим. И вы знаете, что некоторые из них не в ладах с законом. То есть церемониться не будут. Это вы меня хотите предупредить? Да. Если поступит заказ на ваше устранение, то, сами понимаете, будьте готовы. А вы уверены, что наш объект что-то знает? Да, знает. Он видел бумаги, которые я случайно оставил на столе. Ах, это ваша богемная беспечность. Черт бы ее побрал. А почему же он до сих пор ничего не предпринял? Я думаю, ему сейчас не до этого. Пожалуй. Леонид Аркадьевич, скажите хоть вы им! Ну все, кончай, я! Я поперек баки в пекло. Останься! Не нужно того ходить! Не нужно того ходить! По черной ходи! Сажаться! Сходи, не строй голову! Фу ты, черт! Правильно ли мы сделали? Вдруг их там найдут. Петрович позаботится. Спрячь как-нибудь. Да и вы свою стажёрку не просто так оставили. Вы что думаете, я своих девчонок бы бросил, на кого попало? Мы не вправе рисковать жизнями людей. А там они в безопасности. Тем более, что интуиция и здравый смысл подсказывают. Основные события будут разворачиваться там, в Куличёво. Не понял. Это что, на даче у Золотинского? Да. А откуда вы тогда? Не приставай к нему, Аркадьевич. Все равно ничего не скажет. Не отвлекайся. Вот это, неужели вы? Хорош, хорош. Так. Правда. Арсений Петрович. Да. Надо найти для женщин какое-нибудь укрытие. Хорошо. Пойдемте в дом. Нет, в дом не пойдем. Нужно, чтобы выглядело так, как будто вы здесь один. А, тогда вы пока здесь оставайтесь. А я чай сюда принесу. Хорошо. Спасибо. Угу. Теперь вы будете наш защитник, Альберт. Правда. Это хорошо, что именно вы остались. С вами как-то спокойно. Правда, Наташ? Тем более, что он обещал все время быть рядом со мной. Арсений Петрович, я помогу вам. Ты что, капитан, высоты боишься? Да вроде бы нет. Не знаю. Нет, вроде бы. Что значит вроде бы? Ну я это, не летал никогда. В командировке с ребятами, поездом, купечески там сядешь по-культурному. Ты что, никогда на самолете не летал? Ну что тут такого? Ну не летал я. Я тебе больше скажу, капитан. Я
В Гвинее не был ни разу. Только не надо нервничать так, капитан. Просто немножко странно звучит. В наше время. В наше время, в наше время. Чем умничать, ты лучше скажи, сколько хомяк без жратвы протянуть может? 8-10 дней без вреда для здоровья. Сколько? 8-10 дней. Откуда ты знаешь? Ты сам спросил. Ну ладно, хоть успокоил. Арсений Петрович, а это вы научили Люню летать? Ну, я. А что? Ну, я теперь все время волнуюсь. Да зря. Все нормально будет. Да? Леня хороший пилот. Любовь Георгиевна, Наташа, прячьтесь быстро. Быстро! Наташа, быстро! Чего вам нужно? Никого нет. Я здесь один. Тихо. Альберт! Уйдите! Наташа! Тише. Здесь никого нет. Стоять! Руки! Устали? Может быть, вас сменить? Нет, спасибо. Что рвало жену, в чужие руки не передают. И потом, если честно, я соскучился. Погоди, чекист! А ты что, и эту штуку водить можешь? Что? Ты и эту штуку водить можешь? Пилотирование входило в курс обучения. О, ну дела. А ты лодки подводные чинить не пробовал? Что? По-узбекски разговаривать не умеешь? Умею. Шутит, наверное. Старик, 100 лет проживешь. Подожди, сейчас, сейчас, тихо. Тихо, сейчас. Контроль 01773. Лицу прохожу на 100 полсотни. По давлению 752. Куличева считаю, 27-ю минуту. Внуково контроль 01773. Бицу подтверждаю. Принял. Куличева доложите. Принял. Куличева доложу. 01773 для информации. По трассе вертолет на 200 метров. Будьте внимательны. И еще какой-то борт, минуточку. Будьте на связи. Так, а это что такое?
Так, это они. Маэстро, передайте мне управление. Шутки закончились. Капитан, ручки. Ручки, между прочим, у меня 1500 часов, наверное, больше, чем у вас. Да, это больше. Научили нас с вами разным вещам. Меня всему учили, не только под Москвой, между прочим. Слушай, Колоченко, откуда они узнали? И где они самолет взяли? Это наш. Наш самолет. Значит, они до аэродрома добрались. Хорошая история. А вы? Что вы там говорили? Что женщины будут в безопасности? Так, нет? Не волнуйтесь, маэстро, в безопасности будут ваши женщины. Ну, блин. Кто это? С ума сошел, что ли? Чего он не сворачивает? Очумел? Теперь я знаю, кто это. Он не свернет. Черт возьми, что за самодеятельность, маэстро? Что вы делаете? Идите вы. И нечего меня учить. За собой следите. Эй, орлы! Можете считать, что меня глючит, но там еще один планер. Да это Петрович. Слушайте, это его двойка. А, старик это! Да что он делает? Идет на таран. Здорово, мужики. Стоять! Сходи за Якубовичем. А почему я? Иди. Ни хрена себе. Добрый день, господа. Спокойно, Николай Николаевич. Ребят, дом окружен. Ребят, вы чего? Мужики, скажи что-нибудь. Да это ошибка. Вы чего? Это друзья мои. Вы здесь старший? Да. Уведите меня отсюда. Сейчас уведем. Ты с ума сошел? Как же так? Что я тебе плохого сделал? Ты сам во всем виноват. Ты зачем рылся у меня в кабинете? Я не хотел, поверь мне. Правда, я... Боюсь не поверить. Особенно после того, что я ему расскажу. А чему верить? Что вы ему можете рассказать? Я зашел к человеку в гости. Опять суетитесь, Николай Николаевич. Вашу вину мы докажем, это вопрос времени. Не зря же вы такую работу проделали. Жаль только, лучший ваш сотрудник нам ничего рассказать не сможет. Я о любителе шоколада. Погиб. Гена! Заберите их двоих, пожалуйста. Эту берем. Встать, руки! Давай. Уводим. Давай. Шагай! Вперед! 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 Вот такие дела, капитан. О, у них выпить есть. Сейчас. Вот так. И тебе третье. Чё смотришь? Ой, ну-ну. Капитан, ты кончай в шпионов играть. Объясни, наконец, что у тебя есть на этих господ? Всего я рассказать вам не могу, не имею права. Короче, все вертится вокруг нелегальной торговли оружием. У нас под подозрением был и Панфилов, и Золотницкий. Панфилов, он тогда еще у нас в органах служил. А у Золотницкого была фирма, через которую он выходил на связь с военными. Так вот, когда эти парни забегали,
Мы подумали, что они чего-то сильно боятся. Раз хотят убрать вас, значит, боятся именно вас. Значит, вы что-то знаете. Что же вам стало известно, маэстро? Да ничего я не знаю. Это дело надо запить. Не, погоди. Чего я знаю? Вы что, с ума сошли, что ли? Вы мою передачу видели? Да. Какая торговля оружием? Там колесо крутится при студию. Ну, в общем, пока ребята за вами гонялись, мы все их контакты и вычислили. Проверили кое-какие офисы, проверили кое-какие сейфы и нашли кое-какие материалы. Так. То есть получается, что вы оба знали, что меня хотят хлопнуть и ничего не сделали? Это значит? Значит что, все это время я у вас наживка, что ли, был? Вы что, чокнули, что ли? Я что, червяк, да что ладно, ли? Да ладно, Аркадьич, в ихнем деле всякое бывает. Ну-ну. Значит, тоже что-то знал? Я догадывался. Ой-ё, у вас методы. Методы как методы. Ну, Аркадьич. Не, погоди, погоди. Стоп, я не понял. О чем Борька-то? Борька что-то про кабинет говорил. Я не был у него в кабинете ни разу. Точно не были? Не был. А если вспомнить? Слушай, Аркадьич, они ведь не просто тебя убить хотели, а очень торопились. Ты наверняка что-то знаешь. Итак, были вы в кабинете у него или нет? Да не был я у него в кабинете. Хотя нет, погоди. Неделю назад был. Борьки не было. Я за столом сидел. Какие бумажки там, правда, валялись. Ну, я на компьютере в игры играл. Дискеты там какие-то еще были. Потом он что-то вбежал, разнервничался, все провода повыдергивал чего-то. Ну вот, может, дискету смотрел? Ну, во-первых, я не имею обыкновения смотреть чужие документы. А вдруг, что я мог смотреть? Я без очков был, я вообще без очков ни черта не вижу. Господи, как все просто-то. Они-то подумали, что ты что-то там нарыл, из-за этого весь сыр-бор. А он вообще без очков был. Леонид Аркадьевич, вы в рубашке родились. Ну и нам заодно помогли. Спасибо. Спасибо в бокал не нальешь. Ты лучше человеку орден дай. Обсуждается. За это? Ну, блин. Ладно. Ему орден. А мне что? Обсуждается. Слушай, капитан, у меня на тебя уже рефлекс выработался. Ты как что не скажешь, мне сразу дело запить хочется. Запивай. Ты мне лучше знаешь, на какой вопрос ответь? Откуда эти спецназовцы? Как тараканы изо всех щелей повылезали, а? Вась, мог бы догадаться. При нынешнем развитии средств связи это элементарно. Вот гады. Я знал гады, но чтоб такие, а? Ты подожди. Что ж получается? Вся ваша контора слушала, что я все это время молол, что ли, так? Разумеется. Ну и хрен с ними. Им же хуже. А ты пошел. Знаешь куда? И все вы пошли! Ой, Василий Петрович, зря вы так. Наше руководство о вас очень высокого мнения. Э? Может, на работу возьмут? Обсуждается. К вам на работу придешь, а вы меня микрофонами во все дыры нашпигуете. Обсуждается. Это хорошо. Слушайте, вы оба. Это я вас двоих схарчить должен. Хотя, с другой стороны, получается, что вы мне жизнь спасли. Да. Мир, хрен с вами. Я его всяким буду любить. Всяким. Только пусть он будет жив, Господи. Только бы он был жив, Господи. Ну, это... Ты сильно не переживай.
Обойдется. Слушай, а я, если честно, не знал, что его батя такое светило. Кипренский врач с мировым именем. Нам очень повезло, что он оказался в Москве. Вот, видишь, Натаха, ты еще и фартовая, а? Проходите, пожалуйста. Я все-таки не могу понять, доктор. Что значит забрали? Объясните мне. Что значит забрали? Что она, вещь, что ли? Ну, она вообще-то не совсем себе была. Но вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Все в порядке. Я сам документы на выписку готовил. Ее же не кто-нибудь забрал, а брат. Кто? Родной брат. Брат? Он, оказывается, врач. Он забрал ее к себе в больницу. Она его все время в бреду звала. Представляете, а он давно ее искал. А не знаете, в городе у него клиника? Куда вот забрали, я не знаю. Ну ладно, забрал, забрал. Значит, все в порядке. Найдем. Ну что, он жив? Жив? Я хочу его видеть. Только через стекло. Спасибо. Идите, вас проводят. Простите нас, не уберегли вашего пацана. Я не уберег. Век себе не прощу. Кто сделал с ним такое? С этим как раз порядок. Давно остывает. Почему-то он не умер. Практически ни одной целой кости. Потому что такие парни просто так не умирают. Я вам точно говорю. Ты уже проснулся? Ага. Доброе утро. Доброе Ионечка, утро. Завтракать когда будешь? Ой, сейчас горячо. Попозже? Ой, осторожно. Не, попозже, сейчас кофе попью. А Наташка где? Наташа в больнице. Ну, с этим мальчиком. Она звонила. Напрасно ты все это устроил. Представляешь, какой скандал будет, а? Мое дело телячье. Съемка назначена на 24-е. А сегодня какое? 24-е. Ты в себя приди, а? Какая съемка? У нас ни репетиция, ни прогон. Дурак ты все-таки, Миша. Сам знаю. Зато талантливый. Нет твоего Аркадьича. Нет и не будет. Вот здесь, по крайней мере. А я в него верю. Аркадьич когда-нибудь нас подводил? Никогда. Чего ты несешь-то, а? Найди его теперь, Аркадьича твоего. Найдется. Давай микрофон. О, спасибо. Аппаратная. Вы меня слышите? Раз, два, три, четыре. Мамочки мои, Аркадьич. Артюш, ты готов? Все, понял. Ребят, начинаем через минуту. Всем ни пуха, ни пера. И удачи! Пауза.